Сегодня 18 июля, я возобновил ремонт потолка в Доме Солнца. Сначала я с помощью шпателей нанес слой клея строительного, термостойкого. Его предназначение и свойства. Не дает усадки и не растрескивается. Предназначен для приклеивания линолеума, плиток и ковровых покрытий. Термостойкий до 400 градусов. Вот такие покрытия. Трещины заклеились. Ничего не растрескалось. Сохнет 3 часа. Устанавливается прочность в течение 3 суток. Теперь я по этому строительному клею наношу акриловую шпатлевку. Вот такая шпатлевка акриловая универсальная. VGT. Белого цвета, чтобы потом покрасить водно-дисперсионной краской поверху. Когда покрашу, краской покажу вам. Нет ничего прекраснее завершенных дел. Я покрасил водно-дисперсионной краской потолок и подшил пластиковыми потолочными плинтусами. Это у меня Дом Солнца с трубой, которая нагревается, когда я топлю баню. Здесь двухместная кровать, здесь одноместная. Ну, в общем, на лето приглашаю гостей. Осталось повесить на потолок провод. Пластик я клеил вот таким клеем. Титан. 2,5 минуты он должен немножко подсохнуть и потом прижимать сильно. 275 рублей, по-моему, стоит. Или 175. Закрывается удобно. И намертво клеит. Вот так, как мужик показывает, намертво. Желаю всем тоже заканчивать свои дела побыстрее и радоваться лету. Это мой друг. Ходит за мной по пятам. Я его прогоняю, говорю, здесь жарко. Сейчас посмотрим. Ох, он еще играет со мной. Вот так вот. Играет, еще царапается. Вот так надо с ним поиграть. Ой, кусается еще. Кусается. Сейчас посмотрим, какая здесь температура. Я весь мокрый. +28 градусов. Открыл форточку сегодня. Ну, душа радуется. Ждем гостей.